Радио 54. Ну, получается, что для преподавания русского языка иностранцам отдельная программа, отдельные учебники. Конечно, конечно. Все это совершенно не похоже, естественно, на уроки русского языка для нас, потому что для нас русский язык – это в основном письменный русский язык, да, а остальное это уже называется там культура речи и прочее. Вот, мы в основном на грамматику, да, упираем. Конечно. На что упирают там, на чем основа? Давайте так, лучше начнем сначала. С чего начинается? Мне проще с английским проводить параллель. Я так понимаю, что все равно в любом языке сначала учат не азбуку там и как мы учим русский язык и слоги. Hello. А какие-то простые фразы там. Привет, меня зовут Алеша, да? Как дела? Откуда ты, да? Ну да, конечно, еще до введения алфавита мы, конечно, начинаем с самых элементарных фраз. Тех, животные, возможно, да? Ну, животные позже, да. Ну, возможно, с тех, которые они уже знают. Потому что если они едут в Россию, то какие-то элементарные там привет, пока, мама, папа, они могут знать. Но некоторые, конечно, приезжают вообще без языкового, без словарного запаса. Вот. Но наша задача – научить их разговаривать. Вот если вернуться к теме о различиях между преподаванием русскоязычным, русского языка, да, и преподаванием иностранцам, для нас не важно, он напишет слово «предложение». Для нас это не слишком важно, потому что главное, что он его вообще использует. Поэтому наша задача – это заставить его говорить и сделать так, чтобы люди его понимали, чтобы он понимал людей. Общение коммуникативное, задача стоит на первом месте. А не вот грамматика, не пунктуация. Вот насчет слова «предложение», а вот как с многозначностью в русском языке? У нас же очень много слов, которые... Ну, на самом деле, в их родных языках тоже присутствует многозначность, поэтому, в принципе, для их это не шокирует. Поэтому, если студент восприимчив, если студент открыт для обучения, они нормально к этому относятся и приводим значение слов, в каких ситуациях какое значение используется, и поэтому они достаточно хорошо к этому. Что больше всего трудно понять людям не русскоговорящим? Например, мы читали, Саш, такие примеры, они не понимают, что значит пить таблетки. Да. Например, почему ставить на стол или положить на стол? Да, потому что в разных языках по-разному мы используем предлоги, конечно же. И они пытаются перевести на свой лад там. Ну вот какой-нибудь пример приведите, что из последнего вас спрашивали студенты непонятного? Ну, например, go on foot, то есть идти пешком. Они говорят идти на пешком. Идти на ногах, да, вроде, да, как, да, они, да, не понимают. Да, идти на ногах. И они постоянно пытаются идти на пешком сказать. Ну, и, в общем, вот такие вот моменты, их очень много, да. И главное, чтобы они не думали, что преподаватель пытается их обмануть. Потому что вот многие сейчас студенты из Африки, им кажется, что, я не знаю, что мы их разводим в аудитории. Вот, если можно так выразиться. Вот про артикуляционный аппарат еще тоже интересно. Интересная тонкость. Говорят, им трудно произносить «ы» букву. Там. Конечно. Что еще трудно? Это вообще проблема. Трудно произносить шипящие. Звук «ц» тоже, особенно для китайцев. Вообще, на самом деле, с артикуляционным аппаратом... Хотя у них же есть всякие цунь-цинь-пинь. Да, они у них настолько вот окрашенные, да, мне кажется. Да, почему-то вот... На самом деле, самая большая артикуляционная проблема это у китайцев. И с ними постоянно приходится скороговорки читать тексты. И это занимает очень много времени. Поэтому они обычно 2 года учатся. Вот нам слушатель пишет, что он знает, как вычислить иностранного шпиона. Александр говорит, даже если он идеально говорит по-русски, попросите его сказать слово «люди», он скажет «лу». Люди, что вот у них артикуляционный аппарат на мягкие, не заточен на мягкие гласные, это так? Да, но есть, кажется, люди, которые... Я представляю себе нигерийца, сказать... что вот, мне кажется, они говорят «люди». Да, согласна, но есть люди, которые могут вполне так себе неплохо говорить мягкие согласные. И, наверное, это как-то оттачивается мастерство говорить мягкие звуки, оттачивается какими-то упражнениями. Возможно, да, конечно, скороговорки, упражнения и так далее, но, возможно, это зависит от индивидуальных способностей человека, потому что у некоторых все-таки получаются вроде бы представители одной и той же национальности, да, носители там, китайского языка и так далее, или корейского, но, тем не менее, один может проговаривать хорошо достаточно русские звуки, другому сложно.
в университетском общежитии есть такая, не знаю, сейчас она есть или нет, но была беспокойная комната, сейчас страшилка маленькая, небольшая. Там жили монгольские студентки, они приходили ко мне каждый день и говорили в начале года: у нас открываются двери сами собой в нашей комнате, кто-то стучит в стену, мы не знаем вообще, что происходит, мы слышим шаги. Ну, чем я им могу помочь? Я не знаю, только вызвать батюшку, потому что мы вместе с комендантом проверяли в комнате, естественно, никого не оказалось. В общем, ну, девчонки потом привыкли. В следующем году в эту комнату заселились новые две монгольские студентки. И они решили бороться. А тут то же самое. Ты какой-то старый монгольский прикол, мне кажется. Это правда. Понимаете, в том-то и дело, что это правда. И то же самое начинает их беспокоить духи. И они решили своими силами справиться. Мы знаем, что в Монголии шаманизм — это как... Отдельно. Нормально. Да, это нормально, это одна из религий распространенных. И, в общем, они решили травами магическими, которые они привезли из Монголии, окурить комнату. И, в общем, делали они это в 2 часа. Ночью? Ну, поэтому, да, ну, конечно, это же ритуал. Поэтому в 2 часа ночи... Полнолуние. Естественно, не знаю. Скорее всего, под окнами общежития обязательно. Пожарные машины. В общем, на следующий день на ковре у ректора вопрос: девочки, что же это за трава? И тут мы такая. Практиковали русский язык на ковре у ректора. Да-да-да. Сценка такая на ковре у ректора. Практика. Вот она пригодилась. Была затравка, да. Ну, круто. И общение с пожарными. Слушайте, как много профессий они сразу вспомнили по-русски. Да, и надо сказать, что в следующем году там жили китайцы, которые вообще ничего не слышали. Вот разница культур. Так потому что все получилось, выкурили. Возможно, возможно. Сработал ритуал, пожарники еще помогли. Монгольский шаманизм, он иногда помогает. И русские пожарные. Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.